дима. Я убили 6 вечера. Мы здесь? Я не помню. Мне кажется, мы здесь живем. Наши дети решили не ходить. Мы решили, мы одни пришли. Пропустили семейные праздники. И сейчас хотите начать семейные конкурсы. Ой, взрослые конкурсы. Нам повезет. Пожелайте нам удачи. Итак, давайте. Но мне все равно. Главное, 6 человек. 6 человек. В одну сторону 6 человек. Попробовать, как вам, удобно, неудобно? Можете чуть-чуть укоротить скакалку. Если слишком большая, можно закрутить вокруг руки. Конкурс сложный, но веселый. Итак, 1, 2, поехали. Давайте, давайте, поддерживаем. Еще, молодец! Еще, еще, еще! Давайте, давайте, не останавливаемся. Умничка! Еще, 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 давай! Ты можешь! Ты можешь! Давайте поаплодируем нашему участнику. Молодец! Итак, Светлана, готова, да? Сейчас. Давай, красавица моя! Отлично. Итак, 1, 2, поехали. А поддерживаем нашу участку. Молодец! Давай, давай! Молодец! Дальше, дальше, не останавливаемся. Давай, давай, красавица! Отлично, давайте поаплодируем участника. Молодец! Передавайте дальше каталку. Ульяна, приди глаза. Поддержим участника, громко, громко. Никогда этого не делал. Поехали. Продолжаем, продолжаем, пока еще есть время. Это была опасно. Отлично, спасибо. Итак, следующая участница. Неплохая попытка. Готово, отлично. 1, 2, 3, поехали. Не, нельзя так брать! Да, так нельзя делать, так нельзя. Хотя бы 2 раза. Уже 2. Молодец! Стоп, время! Попробуй, попробуй, вы тянете наши. Молодец! Умничка! Это очень сложно!
Поддерживаем, поддерживаем нашего участника. И стоп. Молодец! Что, не справишься с такой конкуренцией? Сейчас будем. Итак, у вас еще две попытки. Продолжай, да? Поехали. И стоп, отлично. Вот так вот сразу. Лёту. А что, попробуй на шее. Долго будет сваливаться. Можно на шее? Раз, два, три. Еще! Поддерживаем, поддерживаем нашего участника. Отлично. А мы продолжаем. Готовы? Время готово? Конечно, готово. Раз, два, три. Ну! Почти-почти получилось захватить круг. Итак, спасибо за эти три попытки. Очень легкое колесо, можно было бы и подольше. Раз, два, поехали. Вот так надо было. Начался аукцион. У нас на двоих получилось 1100 рутов, или как они называют? Рупий. Рупий. Рута денег. Рута денег. 100. 600. 600 раз. Больше не бей, не надо. 602. Не надо. Но перебей. 603 продано. Поздравляю вас. Улетели, улетели. Лови, лови. Спасибо. Итак, первый лот расыгран. Отлично. Ты счастлив? Анастасия, прошу, следующий. О, ничего себе. Очень круто, поздравляю тебя. Анастасия, промахнись. Давайте нам. Вот. Вот что мы сделали, да? Последний, а последний. На аукционе кружку, вот такую нет, крутую. Ага. Наверное. Бокал, нет. Пол бокала пива, почему-то пол бокала. Итак, пива. И 300 рублей денег. Надеюсь, что вкусно, цена... сейчас попробую. Он вкусный, он стоит того. Никому и того нужна, потратили 1000, тебе, что? 200 да. Пива! О, рута денег. Рута денег. Счастлив. Не знаю, еще не пробовал. Настю продаем вместе с пивом. Я счастлива. Раньше надо было. 1000. Это стоило того прыгать на скакалке, подбрасывать мяч и крутить лягусенькое колесо. 200 рута денег и календарь сверху. Спасибо аниматорам. Итак, я напоминаю, что деньги, рута деньги можно обменять только сейчас. И это предпоследний лот вообще. Так что, давайте. Какие-то вы не активные. А, нормально, все, мы активные, что? У нас денег конечно, больше нет. 302. 303 продано, поздравляю вас.
Единоразовая опция за 200 рута денег. Последний товар. А вы берегли. 500 раз. Вы же не сказали, что в подъезде. 502. А там ничего, можно пакет раскрыть. 503 продано, поздравляю. Настя, можешь вылить пиво? У вас есть пакет. И будет пакет с чем-то. Я так понимаю, что это был наш последний. Вот. Календарик. Поздравляю. И календарик, конечно. Хочу пакет. Все. Итак, у кого еще остались рута деньги, можете их вернуть. До конца снять сюжет нашего веселья вечернего взрослого, ушли вот немножко за загородку, чтобы было хотя бы слышно. Значит, вот наши подарки. Бокал пива, кружка Рута на память, коктейль. И в подарок еще два шарика я несу детям. Надеюсь, они будут счастливы. Левушка звонил минут 20 назад, говорил, что им грустно засыпать без нас. Ну, я ему все объяснила, и он пообещал быть за маму, за папу для Алёнушки. Пойдем сейчас посмотрим, как они справились. На дискотеку на взрослую не будем оставаться, потому что времени уже 22 часа 10 вечера. Это для нас уже поздновато. Мы жаворонки ранние. Идем спать. Допиваем отверточку и спать. Пиво-то я уже допил, пока она рассказывала. Ну да, допиваем отверточку и по домам. На твоих, не по домам. Всем доброй ночи. Пойдем потанцуем? Пойдем, пойдем. О, такой вещь. Сейчас звоним малолеток, короче. Они все боятся, когда подходят. Очень теплое тесто, ведь.